Кеназбек Евкуров подписал указ о назначении Хусена Зурабова на пост заместителя председателя правительства республики. Он будет курировать вопросы социальной защиты населения, здравоохранения и образования. Глава Ингушетии обозначил назначенцу ряд задач, требующих к себе особого внимания и применения новых подходов. За все время работы в правительстве Хусен Зурабов зарекомендовал себя грамотным и исполнительным специалистом, ответственно выполнявшим свои обязанности. Наиболее, я так считаю, ответственная должность, если должность первого заместителя, который отвечает за строительство, ЖКХ и так далее, не менее ответственна, но заместитель представитель по блоку социальному, это, конечно, наиболее такая и ответственная, и волнительная, и такая серьезная должность. Я здесь смотрел вашу объективку, прохождение. Есть ряд вопросов. То, что у вас не такое богатое прохождение в плане работы в социальной сфере, в том числе, или же работы там с крупными коллективами. Но при этом это все компенсируется то, что вы практически с мая 2009 года работаете в системе уже как помощник заместителя и первого заместителя председателя правительства, именно в блоке социальном. То есть вроде бы эту всю кухню уже знаете изнутри. И поэтому я думаю, что то, что у вас такого богатого опыта нет, руководство крупными коллективами, тем не менее, вот это компенсируется. То, что у вас есть опыт работы именно в этой сфере. И будем надеяться на это. Человек вы обучаемый, поэтому я думаю, что вы прямо там на ходу будете этим процессом учиться.